Приветствую на канале подписчики, а также те, кто просто зашел на канал. С вами самый неэмоциональный стример, так скажем, потому что проигрываю не корову. Так, играем мы Splinter Cell Blacklist, зона F, Денвер. Давай начать инструктаж. Новая. Ну чё ж. Это тот. Сейчас придем, завалим. Так, начать задание, конечно. Летим в Денвер. Его самый. Летим в Денвер. Да я уже понял, что мы летим. Летим в Денвер. Пошел ты нахрен. Грим, мы сможем как-нибудь... Что, с первого раза не поняли, что ли, что мы туда летим? Тебя привод... Кобин, что у нас? На опознавателе светим ты как солнце. Электронику я беру на себя. Ты, главное, нас посади. Мы подберемся поближе. Что теперь делать? Ой, вояки нашлись, а мне тоже. Блин, пока прогрузишься туда. Летим в Денвер. Конечно, летим. Каждому надо свое я сказать, нахрен. О, международный аэропорт, зона F. Это Чарли. Спецназ уже здесь, значит, времени в обрез. Да. К метеостанции. Там управление вентиляцией бункера. Если попадете в шахту, считайте, вы уже в бункере. Там воткнете три флешки, что я вам дал. Запустите вирус-систему. Под командным пунктом есть технический этаж. Оттуда можно все заблокировать. Эй, парни, я безоружен. Я гражданский и безоружен. Да подождите вы. Тоже мне. А их там двое даже. Да, блин. Ладно, сейчас по-другому с тобой разберемся. Это Чарли. Сейчас мы друг зашлем. Значит, времени в обрез. Идите к метеостанции. Там управление вентиляцией бункера. Если попадете в шахту, считайте, вы уже в бункере. Там воткнете три флешки, что я вам дал. Запустите систему. Запустим. Под командным пунктом есть технический этаж. Оттуда можно все заблокировать. Эй, парни, я безоружен. Я гражданский и безоружен. Кого вы там хотите убить сейчас-то уж? Блин. Тихо. И еще раз запустим. Так. Ну и где же вы? Блин. Вырубили. Так. Не вижу вас. Блин. Вы серьезно, что ли? Сейчас вообще с краю пойду. Это Чарли. Спецназ уже здесь, значит, времени в обрез. Идите к метеостанции. Там управление вентиляцией бункера. Если попадете в шахту, считайте, вы уже в бункере. Там воткнете три флешки, что я вам дал. Запустите вирус-систему. Под командным пунктом есть технический этаж. Оттуда можно все заблокировать.
Эй, парни, я без оружия. Опа. Гражданский, без оружия. Оп. Тихо. Тихо. Или тут снайперку надо было брать? Тихо, ага, сейчас вы меня достанете, как же. Вот так. Пока нормально. Давай. Ну что у вас там? Народ! Ну? Found him. I got you. Так. Пока все нормально. Ждем. Тихо. Сейчас переждем. Подождите. Так, один остался. Все. Основную проблему мы решили вроде как. Сейчас смотрим, что у нас здесь осталось. Ага, что-то есть. Он, кстати, поверху можно, как я вижу, пробраться. Где ты? Ты внутри, да? Ладно. Что случилось? Да нету вашего народа теперь уже. Все. Снайперская была. Заходим. Смотрим, где он. Так. Блин, еще хрен попадешь по тебе. Итак, ладно, ноутбук. Мы не настолько шпионы, что прям шпионы. И теперь здесь уже отключаем, что тут вырываем все с корнем. Так. Где-то тут. Вот она. Все. Устранил проблему. Так, вниз надо падать. И что меня там ждет? Пройдите в бункер. Ну конечно, куда же еще пройти можно? Только в бункер. Главный вход запечатан. Заложили экстренно. Как раз ставим растяжки.
Понятненько. Ждем, ждем, ждем. Давай, давай, давай. Опа. Вот так. Сюда. Потом пониже, пониже. В сторону. Так, нет. Залазим. Что у нас здесь? Понятненько. Так. Опа. Пока. А куда мне надо-то? А, мне надо вниз. Так, подождите. Да, блин. Блин, блинский. Гребаный. Так. Ну давай, перелазь. Да, вниз здесь, вот ты мог залезть, вот чуть правее, чуть левее там. Почему ты здесь-то начал залазить, дебил? Ладно. Давай, давай, еще разок. Спускаемся. Сейчас мы пока не спускаемся, ждем, когда внизу пройдет она. Вот, прошла. Можем. Опа. Двигайся. Да как так-то нахрен? Ты почему? Ладно, пробуем еще. Можно и в эту сторону. Опа. Тихо, тихо, тихо. Залазь. Не сложно же, да? Так. А позади меня закрылось, да? Хорошо. Так, и что у нас? Так, что у нас стреляет? Чем? Беспрерывная стрельба. Такс. Давай взгляну. Что, поглядели? Даже не знаю. Ой. Ну-ка, ну-ка. За меня! Входим! Ну, почти. Ага. Еще глаза торчат такие. Вот так. Где ты?
Да брось его! Вот так. Ну-ка давай. Проходим. Куда мне надо-то? Пока нормально. Давай. Вау, тут можно было, да, путешествовать он. Ну, я вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Уж не шибко ли я? Или как здесь надо было? Нет, не так. Ага, во. Немного с хитростью здесь. Так. Хорошо. На. Да, блин, не здесь надо-то. Так, и что у меня еще есть? У нас убитые, прочесать все вокруг. Да ладно. Давай. Ползем. Даже не знаю, что тебе там надо. Такс. Сейчас будем вымораживать. Такс. Такс, такс, такс. Куда мне надо? Да нет. Подожди. Не хочешь помочь мне здесь? Куда, куда? Поехали. Так, не отпускает. Вот так. Подожди, что мне от этого легче стало? Он не отпускает. Блин. Как-то не с того края, что ли, ползу. А почему туда-то? Мне туда не надо наверх. Я наоборот сверху сполз сюда вниз. Да, блин. Вниз. Вниз. Как мне вот вниз еще? Вниз-то. Еще ниже. А, вот. Вы меня хоть нашли? Нет. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Так. И зачем я здесь вообще нужен? Глаз не спускать! Не понимаю. Зачем я вам здесь нужен? Ладно.
Опа. Будьте начеку, он где-то тут. Такс. Давай, давай. Вот. Вот. Снаряжение. Нахрена мне снаряжение? А мне выше надо, да? Не расслабляться, он может быть где угодно. Так, ладно. Тут я сплоховал. Взломать. Глаз не спускать. Все, можно уходить, да? Ну да. А то, блин, я уж переживал себе, думал, как так-то? Ой-ой-ой-ой. Будьте начеку, он где-то здесь. Нормально, все, спустились. Блин. Стой, стой, стой. Не расслабляться, он может быть где угодно. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, блин, блин, блинский. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у нас там? Бесконтактная мина. Только не смотри сюда. Блин, блинский. Блин. Вот и бесконтактная мина у нас осталась. Кто-то его вырубил. Так. Непрерывная стрельба. Такс, такс, такс. Блин. Кто-то его вырубил. Кто-то. Ты один остался. Он еще дышит. Продолжить поиски. Ну-ка, давай. Ага. Вот так. Кто там? Ну кто-то же есть. Ой-ой-ой. Ой, а там камера, камера, подожди. Я вам прям вижу. Так. Вот так. Все, камера нам теперь не помеха. Так, у нас бесконтактная мина. Куда-то не туда пошел я. В стену зашел.
Ага. Так, минутку. Пробел, выключить свет. Давай. Повиснуть. Спрыгнуть. Так. Камера усыпляющий газ у меня еще есть. Так. Тут стекло, да? Ладно. Трону кранты. Давай. Кто пойдет? К дрону. Ай-яй-яй. Давай. Так. Внесли вирус в терминал. Так, ладно, мы пойдем другим путем. Активность. Не знаем мы никакой активности. Беспилотник сдох. Да. Есть такое. Блин, я-то думал. Человек важный. Ни хрена себе! Вот тебе и раз, вот тебе и два. Ладно. На. Так. Ну все, дрон накрылся. Тихо-тихо. Непрерывная стрельба. Так. Пускаю беспилотник разведчик. Пока нормально. Флешку. Пусть этот дрон уходит. Еще разок. Че ты? Давай, 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 назад. Трону кранты. Ну, кто бы сомневался. Стойте вы. Так. Ой-ой-ой.
А кто меня там видел-то? Ну-ка, давай. Тихо-тихо. Блин, да так нечестно. Каску уже я с тебя сбил. Блин, заново. Алгоритм уже один и тот же у нас. Давай. Дверь уже была открыта. На. Дрону крышка. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Подождите, я ухожу. Тихо, тихо. Тихо. Блин. А ведь я мог уйти и подождать, пока он там пройдет. Бывает такая, значит, он все равно где-то там обитает. Усыпляющий газ. На. Так. Куда? Она на борту личного самолета. Сообщения о выстрелах в аэропорту подтвердились. По слухам, несколько человек стреляло. Так. Что-то там накрылось. Ладно. Главное, чтоб мне на пользу это пошло. Это, наверное, со щитом там остался. Глядеть в оба, он где-то здесь. Ну да. Ну-ка, давай-ка вот так вот тебе. А, блин, ни хрена ты там даже туда внутрь стреляешь. Падла. Ладно. На. Идем сюда. Так. Пока все нормально. Давай, уходи. Такс.
Вы занесли вирус в систему, мы знаем. Старались все-таки. Ну давай. Вот тебе. Наискался он. Убитый, надо искать дальше. Ну, кто там следующий? Тихо-тихо. Жук ползет. Уползай. Чисто. Конечно. Думаешь, я тебе следы оставлю? Я думал, он помер. Опа. Хренушки тебе. На. Так, что у меня еще есть? Мина-шокер. На. Блин, помехи помехуют. На. Да подожди ты. Падла, вонючий дрон. Мне надо где-то тебя найти, короче, и убить. На. Потому что у меня все на мази, пока ты не идешь. Вот так. Блин, вот все же хорошо. Надо искать тебя, где ты? Мне почему-то кажется, что ты там. Ладно. Ну все, дрон накрылся. Давай. Ты храпишь? Храпи. Да ты ее, твою мать, ты одиночными. Вот, непрерывная стрельба. Похоже,
Так. Где ты там? Он вижу, что-то копошишься ты там. Дрону крышка. Опа. Такс. Давай. Ты же не можешь сразу двумя управлять, поэтому сначала один, потом еще один. Правильно? Подождите. Так. Не знаю, кто меня там чем засекал раньше. Пока вроде все нормально. Ой. Сейчас прибежит. Ну да чье? Так, запускаем вирус Чарли. И что он мне даст? Сэм, Брикс, это Грим. Мы в деле. Воздух не подается. Что там у вас? Вентиляция отключена. Сделали гробницу большую. О боже, прошу, нет, помогите. Вам уже никто не поможет. Очень неосторожно. Да сейчас. Извини. На. Все? Нет! Да! Ты на что рассчитывал вообще? Дебил. Это большая гробница, большой такой гигантский саркофаг сейчас. Это Маджид Садик. Бункер зоны F находится... Под нашим контролем? Нет! Он находился под вашим. Осторожно. Не надо осторожничать здесь. Знаю, ты не ответишь, Сэм. Но им нельзя дать уйти. Останови их любой ценой. Самолет надо полностью зачистить. Всех, кто есть на борту, убить. Так. Пока нормально. И, как всегда... Давай, я за тобой бегу. Я в норме. Убей Садика. Ты же ранен. Ничего страшного, переживет. Черт. Грим, врача к Бриксу, быстро. Я за Садиком. Бриксом сделаем. Это конец. Покажись. Так, у меня что, только пистолет.
У меня пистолета нет. Блин, по какой, покуда мне, по какой траектории-то бежать? Тихо, тихо. Опаньки. Тихо. Он должен быть тут. На! Получай! Давай! На! Хотя бы рука, но уже хорошо. Что теперь? Беги, догоняй его опять. Пистолет возьми. Только не говори, что там патроны кончились. И я там весь избит, и из последних сил, давай. Тоже Call of Duty пародия нахрен. Это у них постоянно так. Все... Опа! Я тебя убью! О, тихо, тихо, мимо. Давай, вот, у них тоже Call of Duty любят вот это, быстро ЕФ, только там их нажимать, чтобы ножом. И нахрен, что, не сильно быстро нажимал? Или так и должно быть? Где же ты? Ага. Давай-ка. Да тихо. Скоро все кончится. Блин. Так все хорошо начиналось, и так все паршиво заканчивалось. Опа. Ну давай. Отвернись. Лучше б ты сбежал. Так. Что, не получилось выкурить меня? Давай, фонари уйдите. Вот так. Пока темно. Сейчас, подождите, фонари пройдут. Фишер! Давай, давай, давай. Что, я попал? Да подожди ты, ногами в жир ты попал. Блин. Ну беги за ним теперь. Может, сзади нападет опять. Давай, Калич. Мы уже знаем, как это делается. Он туда убежал, а я в другую сторону иду. Логично, да? Ну же, давай. Сдохни, урод! Давай.
Опа, опа. Ножки подрезал. Ножки, картошки. Всегда есть и другой путь. Конечно. Думаешь, что дело мне? Прими пятую свободу. Почему? Почему я его не убиваю? Мы стали богаче. Вы, может, и стали богаче. Не знаю. Так. Так, ладно. У нас там есть что-то новое. Зона F выполнена. Новое только совместно. Так, алмазная шахта была. Посольство России один или совместно. Тоже пройдено. Одиночная зона F. Тоже пройдено. Ну что ж, на этом все. Игра пройдена. Теперь здесь можно просто ходить, бродить, играть. Я не знаю. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, увидимся уже в следующей игре. Пока!